Любите жвачки-то пожевать? Нет. Да? А как вы думаете, это что такое? Это эти жвачки. Это правильно, это гудрон. Гудрон, вазелин, каучук, пластмасса, мазут. Эти и другие образцы материалов, производимых из нефтепродуктов, рассмотрели ученики 4-й школы. Узнали, где и как они используются. Я узнала то, что нефть была добыта из под земли, то, что там давление, все засыпалось, и там разлагалось, и появилась нефть. Каким трудом зарабатывалась нефть? Как ее копали, как ее добывали, и из чего состоят даже некоторые продукты, и что нефть может быть и даже и лечебной. Удивило больше то, что мы едим нефть, и нефть бывает разных цветов. Голубого, желтого, красного и зеленого. Мы одеваем нефть, мы брызгаемся духами из нефти. И вообще почти все состоит из нефти. Даже подгузники, соски, смартфоны сделаны из нефти. Выставка наполнена множеством интерактивных моментов, благодаря которым важная информация усваивается на 1, 2, 3. Собери пазл, разгадай ребус, пройди викторину. Все это позволяет интересно и с пользой провести время урока. Колбаса, 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 колбаса. Чипсы, икра, икра, чипсы, чипсы, чипсы. Целую неделю передвижная выставка «Нефть вокруг нас» работала в библиотеке 4-й школы. Порядка 400 учеников младших и средних классов посетили ее и расширили знания о черном золоте, важной составляющей комфорта современного человека. Интерес, конечно, не поддельный у ребятишек. Некоторые ходили в музей уже туда, познакомились, а многие не знали об этой выставке. Вот они пришли к нам. Мне кажется, интересно все. Смотрят и на стенды, в переменках приходят просто другие старшие классы. Смотрят на стенды, читают. Экспозиция, методические материалы, идея реализации принадлежит сотрудникам Музея истории города Урая. В прошлом году инициативу поддержали нефтяники. Выставка «Нефть вокруг нас» победила на конкурсе социальных и культурных проектов «Лукойла». После серии мероприятий в стенах музея выставка начала свое шествие по образовательным учреждениям города. После 4-й школы экспозиция откроется в 12-й общеобразовательной. Елизавета Портнова, Александр Кашкин. События.